Ух ты, там этот раптор, что ли, или кто он? Да. Да ладно, что, я ни разу не попал еще, что ли? Ты вообще никуда не попадаешь. Ну куда-то они летят. Ну как в такую кучу я могу попасть? Кого не попаду? Это кого? Стреляй сразу всех. Да погоди ты, сейчас я опять, у меня опять сейчас краш будет. Я тебя крашну. Мегалодону тут, наверное, понравилось, он тут прям вот... Черно-красного куриный. Выхватывай. Валим. Я вижу. Они оба. Скажешь, как будут близко. Не стреляй особо в них. Я хочу красного завалить, чтобы он не мешал. Там просто внизу две кошки. Я по черному пока не стреляю. Валю красного. Уже близко. Я вижу. Так, красный ушел. Больно ему стало. Черного давай. Все, можно здесь его это приходовать. Опа. Серега, приземляйся. Так, птер завис, ладно, хрен бы с ним. Где он, я его не вижу. Вот он. А почему он не приземлился? Да мать вашу, заберите его. Да погоди ты, я не могу, я тону, блин. Сейчас приземлиться. Где ты тонешь-то? В воде. Блин, Гриш, у меня завис мой вверху, а я внизу. Я вижу. Стамина, ты сейчас какой? Он 40 уровня, охренеть. Сейчас он сядет, подождите. Угу. А это кто? Где? Вот. Твою мать, вали ее! Шестьдесят восьмой уровня. Хватай на птере, блин! Умат, блин! Виталий, уходи! Серега, убегай, уплывай, я блин, убираю. На берег выбеги, я тебя подхвачу. Давай, давай, давай. Залезай наверх. Ай, забаговался. Фух. Где Витус? Я. На Витус, я понял. Там он один красный летает. Скотина. Дайте мне ружье, я в него стрельну. Я на крышу, то он не заберется? Нет. Нет. Аккуратнее, не спрыгни только вниз. Да, я стою на углу. Ходи, Серега. Вон он. Да куда я отойду? Вон он, с другой стороны. Так, валим ее и вот этого Аргентависа, тамим он 104. Где кошка? Аргентавис сел. Где-то здесь была. Аккуратнее там по краю. Вот она, Виталь. Вот она, кошка, вот она, вот она. Блин, чем бы в нее?
бахнуть. Серега, ты отойди, а? Ну, я отойду. Все, давайте. На середину встань. На середине это стоит, я багуюсь тут. Все, если даже в хвост попадаешь, попадай в хвост. Нам у того 104-го надо притамить обязательно. Все, пошла гулять. Зараза-то, блин. Угу. Вот эта дебильная ситуация, блин, мне вообще не нравится никак. Дротиков нормально еще? 43 еще. Возьми. Успею? Да, да, успеешь. Я ее вижу. Главное, блин, чтобы этот 104-й не улетел сейчас туда на материк. А кто у нас дверь не закрыл? Да никто ее не открывал даже. А почему она открыта? Да потому что это был баг. Возвращается. Да я ты выходи оттуда, вот ты оттуда стрелять не сможешь. Выходи, лезь наверх. Да, блин, погоди уже. А все, уже поздно. У нас ни у кого ружья-то нету. Может, мне ее отвлечь? Чем? Побегать? Побегать, ну. Побегать. Так, скажете, когда можно? Сейчас, погоди, я на себя ее переагрю. Она в дом ломится. Давай я вот с этой стороны встану, может, она на эту сторону пойдет. Выходи. Сто четвертый улетел. Че, ты ее уклюнул, что ли? Да. Возвращается. Кошка сожрала нашего аргентависа. Охереть. Откуда она взялась-то? По берегу гуляла. Есть. Может, затамим ее, пускай здесь тусуется и охраняет дом. Если потеряем, ничего страшного. В принципе, да. Пока ночь все равно. Да. Дальше блин. Носа ничего не вижу. А как домой-то зайти, мать вашу? Но кошка мешает, да? Да, не мог ее по-другому немного. А ее отнеси никак? Нет, не ладно, блин, да что ж такое-то? Ты что записываешь, ты... нет? Да, записываю, как ты косячишь, записываю, все. А ты мог бы записать, как я сейчас материться буду? Попробуй. Пиши, аптера наверх убрать? Да, убери, пожалуйста. Хотя мы ее заберем с собой нахрен. У нее 1100 хпшки, стамина 420, охренеть. Вот поэтому-то она и не сдавалась. Ну, 68 уровень. О, не сел. Мальчик. Мальчик, да. Ну ладно, хрен бы с ним. Пойдет на добычу шкуры, мяса. Это еще, я ее топором несколько раз там бахнул. Ну да, я вижу. Броня спасла. Еще бы.
Был бы в коже, уже ближал бы. Блин, сегодня какая ночь темная. Я сегодня даже в трубу ничего не вижу. Ну все, пускай тамится. Так, а ты что, ты нашпиговал наркотика, да? Вот смотри, чтобы... А как смотреть? F нажимаешь. А, то есть то же самое, да? Угу. Серега, повторяю... Так, повторяю еще раз. Что смешного? Ну, в смысле, повторяю, да? F, кнопка F, везде, табу. То бишь запрет. Не запрет, а значит закон. Понял, да? Все. Посматривай, чтобы вот эта синяя полоска была постоянно полной. Фиолетовая, да. Торпор так. У него, в принципе, много. Чтобы она была постоянно полной, ей нужно что делать? Выбираешь наркотик и внизу справа Remote Use ATM. Угу. Один раз. Понял. Это чтобы постоянно было на это. Полная, да. Ну, там спадет она на сотню. Скормишь. А я вот в левой колонке нижнюю нажал и отпустил его на волю. Ты никого чуть не отпускал. Не получил дюлей. Хорошо, Гриш, ты нажал выбросить все из него, а не отпустить на волю. Ну, не важно. Важно. Нет, важно. А, Гриш, а где ты говоришь на сотню, я увижу, что она спадет? Внизу справа написано торпор. Торпор. А, на сотню будет отличаться от начального, да? Ну, видишь, он падает. Угу, угу. Да, я не хотел кошку, я хотел Аргентависа. Так, ремонт и итем, да? Чмяк. Ее никто не звал, она сама. Ни пришла. В коем случае не нажми drop all. Все, что связано с дроп, это выбросить. Выбросить, drop. Уронить, а, и все прочее. Drop all item, да, это выбросить все нафиг. Я вас, блин, научу английскому языку. Да. Особенно Витуса. Я. Кто там много разговаривает? А может, я. Ну, поржать-то надо. Кого пальнуть-то? Ты кошку-то не мог нормально завалить. Пальнуть он хочет. Так, я не понял, ты ее завалил, что ли? Ты герой. Ну, правильно, я, блин, птером рисковал, ее на себя отвлекал. Почему? Ага. Он на птере рисковал, блин, а я плавал так, там. Так птеру-то досталось несколько раз. Вот сиди там теперь наверху. Гриша. А, Гриша. Утро будет, пойдем тамить. Ты засранец. Я знаю. Отойди от края подальше, а то я сейчас ударю. Не ударю. А мясо когда ты давать будешь? Или я давать будешь мясо? Мясо не надо, он сам берет. Он сам кушает мясо, ничего не надо. О, то есть, короче, вовремя только подкалывать надо. Да, подкалывать надо вовремя. Угу. Подколешь, когда я срать пойду. Да. Не, ну в смысле, как делать подколку же уколом-то? Нет, ты кормишь его кашей отравленной. Нет, я его не кормлю, я ему вкалываю наркотик. Нет, вкалывал я ему с ружья. Нет, ты не вкалывал, ты мазал. Так, еще один, блядь. Я по тебе еще не промажу. А, поржать? Гриш, а сколько надо на КВшника этих дротик? Ты знаешь, что я думаю? Я думаю, надо, наверное, здесь это вокруг дома Коле поставить нафиг. Единственная проблема. Нет, не надо пока. Если у нас опять получится так же с этого самого сагрить этого аргентавица, вдруг он на Коле упадет. Не надо пока, Гриш. Да. Плохо, что нельзя его тащить. Блин, 104-й улетел, зараза. Так он прилетит, поди еще. Да кто тебе сказал? Если бы не кошка, мы бы 104-го сейчас бы. Ну ладно. Не, ну кошак-то прикольный получается.
А там у нас какие на базе кошаки уровень? Да, они мелкие там. Mm-hmm. Ладно, заберем. Что же делать-то? Пускай будет. Потом там просто уже определимся, может, кого-нибудь на мясо пустим. Гринписа на тебя не хватает. Ну, нам просто много этих плотоядных тоже особо. Ну, а тут... как же зоопарк? Нет, зоопарк нужен один мальчик и много девочек. Там, а, это там, мальчик. Там просто дело в том, что там мальчик уже есть. Mm-hmm. И там мальчик, он посимпатичнее. Это зеленый, а мне зеленый цвет такой на этих не особо нравится. Mm-hmm. Там-то у нас... Да, но этот уровня какого? Этот уровня, да. У него и хпшки много, и стамины. Ладно, посмотрим, как что будет. Ну ладно, я, у меня занятие есть. Да, вот там пока. Зай, у тебя есть минут 20, наверное, чтобы попылесосить, если даже не поменьше. Ну, погоди, я хоть на паузу поставлю. А что ты ночью там не хочешь? Ну и правильно, не надо. Не надо, не будет она пылесосить. Не надо на паузу ставить. Задерни ответ. Нет уж, пропылесосим. Так, ладненько, ставлю на паузу и пойдем с Витусом уже тогда дальше. А, Серега, смотри, у него торпора много, перед тем как... ну я сейчас, блин, ладно, я сейчас все сделаю, все, все, занимайся кошкой. Утро! Ура! Так, запись возобновлена. Нет, 104-й поход дело улетел. Так, подпиши, пожалуйста, у нас запись пошла. Вот обжора кушает и кушает. А главное, чтобы промита хватило. Где ж столько яду-то на нее набраться? 1 градус. Понижайте, что ли, температура не должна, день. Утро мороженое. О, опять кошка здесь ходит. Около где дома у нашего. Возле дома? Угу. Не, ну на берегу, на том. А, так, а мне как лучше-то? Сейчас опять сюда притащим. А, вон она, вижу. Какого она уровня? Пятьдесят шестого. Да не, не притащим. Может ее сразу завалить надо сначала? А, ее нечем валить, да? Там рапторов до хрена. Так. Да, было бы прикольно, если бы Аргентавис упал на домик на наш. Красота. А, еще лучше в домик прям залетел бы. Да. Сказал, здравствуйте. Блин, одни мелкие аргентависы остались. 6 штук, их тут 7. Они все очень мелкие. Полетели вокруг острова, может, где-нибудь найдем. Поменьше уровень. У тебя что там со стаминой? Ты так смело летаешь, блин? Поэтому я и спрашиваю. Если бы я видел, я бы не спрашивал. Опять кошка ходит. У тебя так. Сколько дротиков с собой? 119. Нормально. Блин, они все в одном месте скучковали. Да, да, да.
На крайняк, если что, сюда оттащим. А здесь я быстренько Коле разложу.